Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в обезьянки против лесорубов. Но, друзья мои, как я вам ранее говорил, в этой игре нет сохранений. А старый эмулятор у меня накрылся, соответственно, с этой игрой. Поэтому мне придется начинать все заново. Но я думаю, что от этого менее интереснее игра не станет. Ну что, поехали. Начнем потихонечку. Так, ну это я понял, что первая миссия, ребят, первая миссия, самая легкая, типа обучающая у нас будет. Вот они, лесорубы, и первый, кто у нас будет, ребят, идти на спасение, это обезьянка. Погнали. Так, подожди, а как? А разве я так должен был делать? На, по башке орехом. Так, ну это я поднял, понятно. А, ну да, мы должны машину разбомбить. Такие довольные такие обезьянки эти. Да, да, мы с тобой спасаем. И... Вот. Слушай, а разве у нас и в тот раз было не переведено все? Да, ребят, точно, не было здесь русского языка. Ну, в принципе, это не столь важно. Единственное, что я не могу понять, у нас то, что мы с тобой, да ёк-макарёк. Ну-ка дай кокосом. На тебе по башке. Так, ребят, подождите-ка, я на паузу нажму. Тут есть пауза? Есть. Но она почему-то не работает, вот. Я хотел посмотреть кнопки. Да, слушай, не, вот сюда работает, а... Вот, надо было вот здесь, ребята, ставить крестовину. Вот сюда надо будет поставить крестовину, и все у нас будет тогда нормально. Так, ну что, мои обезьяны выиграли? Да, на 3 деревца. Такс, апгрейд. Апгрейд, понятно. Теперь нам здесь нужно апгрейд сделать. Скиллы. Все, нам объяснили вкратце, что мы, в принципе, и так и знали. Ага. Ага. Нашей главной обезьянке мы купили шапку. Ёпарсеты. Так, и здесь у нас, соответственно, достижение. За что мы с тобой забираем призы? Так, у нас еще вон что есть. Угу. Так, друзья, ну что, погнали дальше? Вон у нас ВСД. Слушай, а не маленькая ли у меня будет? Бесплатно. 2 бургера. Во, ребята, вот сейчас все нормально и у... Нет, не все нормально. Не все, ребята, нормально. Я думал, что будем это... Ага, фиг там. Ну куда ты идешь? Ребята, рубит дерево. Это я подниму. На, по башке. Так, еще один бургер. Так, еще одну обезьяну. Отдай сюда бургер. Прекрасно. Это я заберу. Давай, давай, ребятушки, машину ломайте. Не забывайте, что машина, ребята, тоже делает фигню нам. Она давит наших обезьян. Хе-хе-хе. Но не в этот раз. Слушай, что-то не получается, ребята, у меня по управлению. Настроить, я имею в виду, нормально. О, бонус. Так, ну давай здесь. Увеличить можно? Так, это нужно посмотреть рекламу, да, или что? Что надо сделать-то? Ага. Ага. Ага, нет. 100 орехов. Не, я пока откажусь. Ну что, ребята, следующий у нас вот здесь идет. Это какие-то награды, я уж не знаю, что мы там. А-а-а, стрелки. Да я ничего пока не буду покупать здесь.
Давай ему по башке. Он в каске, ребята, он мощный. На, получи. Так, бургер. Нам достался бургер. А вон, ребята, стрелок идет уже. Блин, а? Чтоб тебе. Могу оглушить его? Нет. Что-то он как-то не оглушается. И это еще давит машина. На. Так, отлично, ребята. Уничтожьте машину. Финишим. Есть. Мои обезьяны здесь выиграли. Прекрасненько. Все прекрасно. Куча кокосов. Новый скилл. А... Блин, смотри-ка, тут можно. Давай этот вот. Блин. Не могу я этого сделать. Если не ошибаюсь, друзья мои, здесь мы можем получить новые животные. Так, апгрейд. А сколько надо? 7 260. А у меня сколько? У меня не хватает. Сколько вообще у меня желудей? У меня 7 всего лишь. 7, ребята. Что такое 7 желудей? Это... Это сущие пустяки, ребят. Так, ну что, я, наверное, пойду за новым, ребята, животным. Я не знаю. Я не знаю, справимся или нет. Я даже не помню, кто здесь будет. Но сейчас покажут нам. Это... Друзья мои, это у нас горилла. Вспомнить бы, как это еще... Ага, вот так это делается, ребят. То есть мы бросаем с тобой кокосы. Обезьяны наши сюда должны подходить. И, в принципе, должны бросаться кокосами, да, насколько я помню? Ну да. Не трогать деревья. Мелкотня несчастная. Блин, уже рубит. Уже рубит. Да, господи, ну кокосами его. Нет, они лучше, когда с палками, ребят, по-моему. Давай, запинывай их. Кусок мяса, я не помню, что дает. А, кусок мяса дает нам энергию, да? Хорош. Получил свое. Давай, друзья мои, давай бомбим. Есть. Вот, машина, кстати, нам здесь урон не нанесет, она до нас даже не доедет. То есть мы ее просто издалека... Чего? Да на тебе. Куча довольных обезьянок. На 3 звездочки. Как это хорошо, ребята. А вот и горилла. Насколько я помню, ребята, горилла у нас очень хороший танк, да? Ну давай, вот это вот. Да что ж ты будешь делать-то? Мне только листочки достаются. Так, пойдем на... О. Забираем. Забираем. Слушай, ну раньше я помню, ребят, по-моему, можно было просто рекламу посмотреть. Сейчас не прокатывает такой фокус. Ладно. Следующий. Ресурсы, друзья мои. Бежим за ресурсами. Что у нас там будет? Оу! Oh. 950 желудей, чтобы открыть следующий слот. Так, нам написали, ребята, что здесь будет две волны. Ну давай, давай, давай. По башке ему, правильно. Так, я еще одну гориллу вызываю, ребят. Кусок мяса плюс 20. Да, машина, конечно, тут вредит. Это еще медика, ребята, не было. Медик еще не пришел. Вон он идет.
Ядрен матрен. Так. А чего? Смотри. Ребят, на ваших глазах просто игра. Я помню, это еще было, ребята, в той, в самой первой части. Вот этот глюк, я не знаю, надо выходить отсюда. Я не знаю, с чем вот это вот все связано, друзья. Вот это вот лагание, честно сказать. Но ни с чем хорошим, это точно. Так, ладно, давай попробуем, может быть. Так, горилла. Ну, горилла, ну что она сделает одна, ребята? Она ничего не сделает. Я тебя сейчас порублю, деревья. Не знаю, три гориллы справятся здесь? Три-то, может быть, и справились, но их тут, сами видишь, нифига не три. Медик этот хилит, а? Противный медик, ребята, хиляет их. Что они тут такие прям аж вообще свирепые? Что они там уже дерево потихоньку что ли подрубливают? Я слышу звуки. Финальная волна. Ребята, по-моему, дерево сейчас скоро у нас упадет. Так. Уж не знаю, сможем ли мы здесь противостоять. Все гориллы, которые у меня идут первыми, они, ребята, уже отхватили по полной программе. Дерево потихоньку. Оно подтачивается, друзья мои. Сколько там еще осталось-то, не пойму. Вот это, по-моему, последний, да? Ну неужели медика запина? Все, без медика, ребята, они сосунки. Фух. Ну, что у нас получается? На три звезды мы проходим или... Ну, дерево не срубили, значит, на три звездочки. Да. На три звезды. И тут у нас... лечит всех животных, да? Сразу же. Точно. Да что вы мне все время эти листочки-то выдаете, а? Вау. Так, что там тебе доступен? Апгрейд? Восемь листочков на апгрейд, друзья мои. 16 листочков. Это будет 32 к силе. Элитный скилл. 300 желудей. Элитный скилл. При моих 15, ребята. Ай, да, ладно. Так, давай, наверное, я нашу обезьянку апгрейджу. Так, ну этих-то тоже, по идее, надо апгрейдить. Слушай, ну жизни 572 и 36 к атаке. Пока, я думаю, что нормально, ребята. Погнали сюда. Посмотрим, что у нас тут поджидает.
Твою налево. Твою налево. Блин, опять медики, опять стрелки. Нет, это я пока тратить не буду. Ну что, горилла, по-моему, пора тебе выйти и показать. Так, а мы же, по-моему, кроме обезьян, можем еще прокачивать наши вот эти вот атаки. По-моему, ведь так же. Так, горилла, давайте вот берите этот кокос и жуй бананы и кокосы и бомби их по абрикосам. Так, медик идет. Медик-веник. Вот сейчас гориллы, ребята, пойдут, и этих горилл мы их начну сейчас бомбить. Именно машинами, блин. Вот это вот, конечно, огромный недостаток. Да, то, что им приходится прям вот вплотную подходить, это вообще не есть хорошо. Так-с. Мясо. Что там? А, уничтожить машину. Ну, уничтожили. Здесь, ребята, все у нас отлично. На 3 звезды, все как полагается. Так, бонус на стадии. Блин, дайте мне прокачать. Это какое-то специальное, ребята. Вредничельство. Вредничельство. Как это? Вредничельство. Вреднительство. Так, у нас крокодилы тут еще. Тигр. Так, мы давай попробуем вот этого, ребята, спасти. Я уже не помню, кто здесь у нас. Крокодил. Тут у нас будет доступен крокодил. Так, опять же тут стрелки. Давай-давай-давай-давай-давай, по башке ему, правильно. Ну а что, желуди потихонечку копятся, уже хорошо, ребят. Давай, запинываем их. Оух. А этот-то что, я не помню, что этот делает, ребят. Ну ничего, пока тоже так же отгребает. Ты посмотри. Это медик там что ли опять хулиганит? И я не успеваю сделать ничего. Еще и стрелки вышли. Нет, 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 нет. Не дайте, не позвольте им срубить дерево, наши. Финальная волна. Они меня, ребята, провоцируют, чтобы я потратил хилку. Да я не могу до этого медика дотянуться. Сколько их там еще осталось-то? Раз, два, три. Так, два стрелка вон там. Сейчас мы медик с тобой, надеюсь, достанем все-таки. Да в плане, вы же написали последняя волна. Они все прут. Эй, ну так нечестно же. Ну с какого фикуса-то? Последняя, говорит, волна, ага. В каком месте? Вот, теперь я вижу, что, ребят, последние охламоны тут остались. Давай-давай, бомби. Есть. Так, машину теперь в разнос. Правильно, как косами по ней. Фух, мы не дали срубить дерево. Мы им не дали этого, не позволили, друзья. А вот и крокодил. Я, если честно, не помню, что у нас делает крокодил. Ну вот не помню, хоть убей.
Че, опять листочки мне достанутся? А, это мой 5. Понял. Друзья, открыта подводная лодка. Апгрейд. Можно апгрейд? Можно, кстати, можно. Крокодил. У гориллы пока самая мощная атака. Ну, нам тоже нужно с тобой атаку было повысить, хотя бы чуть-чуть. Ну что, сюда или сюда? Давай сюда. Давай здесь разберемся. Разберемся с этими лесорубами. Крокодильчика добавляем, друзья мои. А больше ничего. Так, здесь пока перебьемся. Погнали. Интересно, на крокодил. Давай на крокодила накупим, посмотрим, ребят. Чуть... Ой. А, крокодил сзади. Вот он, ребят. И все, что ли? Я забыл, что, ребята, он вот так вот только делает. Блин, это знаешь, когда надо было делать? Когда очень много врагов впереди стоит здесь. И вот тогда, когда медики стоят сзади, и до медиков не добраться, выпускаешь тогда крокодила. Чтобы он там задницу всем пооткусывал. Тогда да. Тогда в этом есть смысл. Вот, например, даже здесь. Вот сейчас, в данный момент, ребят. Понимаешь, о чем я? Нет, ну он как бы кусает, блин, ну... Чё-то слабо он кусает-то их. Так, медика, главное, заколбасили, друзья. Это уже хорошо. Медика нету, считай, уже победа у тебя в кармане. Без медика они хиляться не смогут. Да, надо же, мои горилки даже успевают, ребят, пройти немножко даже вперед. Ну и прекрасно. Ну и отлично. Просто великолепно. Есть. Разобрались мы здесь с ними. Остается только машину разбомбить и все. А крокодил машину не бомбит. Но то, что он сзади выходит, это, конечно, ребята, есть плюсик в этом. То, что он их кромсает, кусает. А ты издевается, а? Так, что мы там можем апгрейдить? Я могу апгрейдить обезьянок. Так, ну что, дорогие друзья, я думаю, что, наверное, на сегодня мы пока и закончим, да? Играть потихонечку, полигонечку, как говорится, все у нас будет как надо. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.